Друзья, всем привет! Готовлю обед, сейчас покажу. Вчера вообще ничего не снимала, только монтировала, только монтажом занималась. Сейчас у нас уже скоро обед, скоро уже детей забирать. И сейчас готовлю обед, сейчас покажу. Обед у меня, знаете, такой быстрый, на скорую руку. Ну, даже если эти рецепты не очень быстрые, я их в любом случае ускоряю. У меня там ясли на заднем плане. Так, здесь у меня морковь, лук обжаренный, томатный соус, полбаночки, наверное, томатный соус, и вот такой чеснок. Все, это я делаю гречку. Это у меня сейчас будет гречка. Сейчас засыплю, залью водой и на 20 минут под крышку. Часть зажарки я убрала в сковородочку немножко. Хочу сделать котлетки на подушечке, подливочка. Ну, в принципе, там будет все то же самое. Там будет вот эта вот зажарка, там будет томатный соус, водичка, все под крышку, какие-нибудь специи, соль, перчик, можно какую-нибудь универсальную приправу под крышечку с водичкой, и будут такие котлетки с подливкой. Так, сюда уже закидываем гречку. Так, друзья, руки были заняты, добавила водички, добавила немножко вот такую приправу и добавила немножко соли, соль обыкновенная. Все, накрываем крышкой. Где крышка? Где? А вот она крышка. Накрываем, убавляем огонь, забываем на 20 минут. Все, можно сказать, почти готово. Ускорили. Так, а дальше уже не так все будет быстро, потому что у меня нет готовых котлет. Я разморозила фарш, здесь теплая вода. Разморозила, все уже разморозился, причем, не знаю, минут, наверное, 7-8, наверное. Все, разморозился, сейчас я буду делать из этого котлетки. У меня готовый фарш, напоминаю, у меня здесь свинина, говядина, лук, чеснок, специи. Все вроде бы. Я просто была в полдня в монтаже и, знаете, даже вот посудомойку даже сегодня не разобрала чистая и не загрузила грязную. Ничего еще не сделала, уже скоро дети. Так, это у меня хлеб размораживается, тоже размораживается, но он сам разморозится. Я его сейчас замочу просто водой и потом сделаю вот здесь фарш, перемешаю, готовый фарш, перемешаю с вот этим хлебом. Хочу еще что добавить сюда в котлетки. Водичку добавлю немножко и добавлю, наверное, немножко майонеза. Можно яйцо добавить, можно немножечко еще каких-нибудь перчик, например, добавить. Потому что у меня, я немного буду добавить, потому что у меня в фарше в этом вообще все есть. Добавлю только хлеб, можно муки чуть-чуть или обвалять муки. Ладно, посмотрим. Так, друзья, о себе я... Где опять крышка? Да что ж такое-то? А, вот, все хорошо. Себе я хочу сделать пюре, вода, соль и картошка. Все, больше ничего, помельче нарезала ее и включить забыла, как всегда. Так, хочу просто с пюре, мне очень нравится. Гречка у меня для Левы и для Маши, они любители у нас. Но именно вот такой гречки, я ее просто терпеть ненавижу. Но вот такую, даже я уже говорила, я могу ее есть, если вот так ее сделать. А здесь у меня, что я добавляю сюда с котлетками потом? Сюда я добавила еще чесночок. Чесночок, томатный соус дольем, добавим, добавим, давайте лаврушечку добавим. Буквально там два листика можно добавить. И можно какую-нибудь еще специю. Но я думаю, что специи, наверное, будет уже перебор. Может быть, немножко соли, немножко перчика, потому что здесь еще и чесночок, в принципе, вкусов достаточно. Так, а я сейчас уже приступаю к котлетам. Я вывалила сюда фарш. Сейчас я размягчу почти разморозившийся хлеб. И чуть-чуть муки добавлю, яйцо, наверное, может быть, что-нибудь еще. Наверное, еще добавлю чесночка. Это он. Я периодически делаю здесь, готовлю, но в основном я это делаю здесь на острове. Вообще я не представляю, как я раньше жила без этого острова. Я в основном здесь все делаю. Это очень удобно. У меня просто здесь утром ЧП было. У меня кот пролил мою кока-колу, когда я завтракала, на все вот эти салфетки, кроме вот этой. Они у меня тоже ждут очередь, когда я разберу, наконец, чистое и загружу. Поэтому вообще, что бы я делала без этого острова, я не знаю. Как я вообще без него жила, я не знаю. Это очень удобно. На нем готовить очень удобно. Любой борщ там разложил, все нарезал, начистил, все сделал. Вот, поэтому это, конечно, безумно удобная вещь. Но по старой памяти иногда делаю вот так, что очень неудобно. Так, ну что, поехали, котлетки. Так, ясли, друзья. Вот как подросли эти ясли за день, который я не снимала. Вот так все это выглядит. Это куча мала, выглядит вот так. Суеты наводят в основном тут двое-трое, остальные более-менее спокойные. Главное, вон того желтого посередине не трогать.
А то он потом поднимает всю вот эту вот гвардию из 9 штук, просто поднимает на уши. Самый большой, самый сильный, самый толстый у нас мальчик. Вот этот желтый посерединке. Вот. Ну, этот всегда вот так спит. Ну, почти всегда. Брюхом кверху. Они скоро все так будут спать. Они пока друг от друга греются. Так, ну, в общем, ладно. Так, все, друзья, отвлекаюсь, Так, гречка готова. Рассыпчатая, красивая. Пап, ты гречку не хочешь? У тебя супа много. Гречку будешь, как я делаю? Ну, рядом. Как первое и второе компот, знаешь? Нет, положите? Давай чуть-чуть положу. Так, моя картошечка закипает. Так. Ну-ка, repeat, please. Слушай, вкусно получилось? Вкусно получилось, она, да? Похоже на... Как вот есть такой, ну, как суп гречок. Делают такой суп с гречкой. Да, ну вкусно, прям вкусно, то есть прям. Сюда прям, в тему. Ага, да? В тему. Угу. Ну сюда и рис был бы в тему, мне кажется, и гречка в тему, нормально. Так, я все думаю, чтобы сюда еще добавить-то быстренько, чтобы поставить уже на размес. Немножко можно какие-нибудь специи добавить. Какие? У меня там есть все, конечно, в фарше. Ну вот эту добавлю. Раз уж она у меня есть, я ее теперь сыплю везде просто. Овощная. Так, нормально. Что еще? Яйцо. Не знаю, добавлять, не добавлять. Я майонез добавила, поэтому, наверное, без яйца обойдемся. Хватит. Поехали. Так. Ставим нашу бетономешалку. И ждем. Все закреплено, все хорошо. Все, сейчас намешают, я быстренько налеплю котлет, обваляю их в муке и обжарю в зажарочке. Точнее, не обжарю, а потушу, вот так можно сказать. Но сначала их надо, конечно, обжарить немножко. Да, пожалуйста, сначала мы их немножечко с вами обжарим. Но все как положено, да, немножко обжарили чуть-чуть сверху и потом положили в зажарочку. Смотрите, новый рецепт. Да. Ну, или рис, или гречку, в принципе, добавляют. Он говорит, Вова, как говорит, собачка, все подряд наваливают. Гречку положил туда. Это суп, который с фрикадельками, последняя порция осталась. Да, с овощами, с фрикадельками. Да. Папа тут пришел, позаботился, чистоту навел. Ясли мы этим. А мамаша где? А мамаша вон под тобой. Папа спит с ними каждую ночь. Папа, да. Ляльки такие. Вчера не снимала, вот выросли за день. Выросли. Так, ну что, так, гречку-то я не домешала до конца, папа уже взял. Так, ну ладно, все, гречка готова. Я сейчас накрою крышечкой. Выключила уже огонь, все сделала, все, она готова. Я знаю, что многие из вас сейчас скажут, маслица тут не хватает. Не хватает. Но мы... Не добавляем маслица никогда, никуда. У меня не бывает жирного ничего. Так, друзья, здесь у нас что? У нас здесь фарш, сок, да, здесь чеснок, здесь хлеб размоченный в воде, майонез. Чтобы еще такое добавить? Так, ребят, заболталась с Машей, ничего не снимала. Поджарила котлетки на сковородке, потом добавила, не добавила, а положила... На другую уже сковородку зажарка, налила томатный соус, налила водички, чуть-чуть посолила и бросила еще два вот таких вот, как они, лавровых листика. И туда котлеточки. Все, пусть они тут теперь у меня потомятся. Можно любой томатный соус, можно томатную пасту с водой размешать. Я томатный соус, потому что его толком там даже размешивать не надо, он жиденький. Чуть-чуть просто водички еще добавила. Срачельник. Так, у меня картошечка тоже уже готова. Сейчас сделаю пюрешечку. Маша прибежала, уже поела гречку. С чем она ее ела-то? А, она ела с копченой колбасой. Так ей показалось вкусным. Так, ну что, начинаю убирать всю эту срань. И наделала котлет, они у меня уже стоят в заморозке, замораживаются. Так, я пока все это уберу. Друзья, гречка вкусная даже для меня. Реально вкусно получилось то, что надо. Ну, я так только попробовать могу, я есть так не буду. Сейчас буду делать пюре. Пюре просто миксером. Оставлю чуть-чуть водички. И больше ничего не добавляю. Все, сама картошка настолько вкусная, уже говорила. Гречку сейчас покажу, какую использовала. У нас, знаете, у нас как-то так по-зимнему пасмурно. Коты мои наслаждаются.
прохладой. Так, у меня вот такая вот сейчас гречка. Вот это. А какая это гречка? Вот такая. А, вот это название, наверное, да, русское поле. Да, видимо, русское поле. Вот такая вот у меня гречка. Еще у меня есть вот такие вот две увелки, но они так и стоят, я еще даже не начинала. Так, все, сейчас гречку переложу в контейнер, и пусть она у меня остывает, стоит в открытом контейнере. Сейчас Лёва уже придет, и как раз и у него и котлетка будет, и гречка будет. А Маша сказала, вечером уже котлетку поест, и, наверное, с пюре, может быть, с гречкой. Просто загружаю посудомойку и хочу включить сразу. Набиваю ее и хочу ее включить, поэтому убираю. Так, как пюре себе не сделаю. А, опять же, ребята, ничего, никакого сливочного масла. Вы видите, там водичка только и все. Больше ничего. Сливочное масло не использую вообще нигде и никогда. И вот такой, друзья, у меня будет обед. Я саму подливку не люблю. Я когда она пропитывает, люблю котлетку, тогда... А вот саму вот эту вот, как бы, вот жижку вот эту, я не ем ее. А вот пюре я могу есть бесконечно. Что-то мне захотелось не порошковое, а вот такое пюре. Очень вкусная картошка. Так, все, это мой обед. Сейчас я сюда какой-нибудь огурчик положу или помидорчик. И приятного аппетита. А вот Вова обожает просто все эти нюшки, юшки. Вот он это все прям любит. Прям так захотелось, знаете, столовской еды из детства. Очень вкусно, котлеты нежные-нежные, просто во рту тают. Да, друзья, это было божественно. Так мне что-то захотелось такой еды. Прям с удовольствием смела все. А сегодня, Вова уже приедет попозже, мы сделаем вот такое вот мясо, которое в прошлый раз не сделали. Вот такое вот. Оно нарезано, видно, да? Вот такими слайсами нарезано. Просто в соевом соусе тоже его так вот обжарим. Как то, только другая часть, видимо, говядины. И доедим с овощами. У нас овощи еще остались. Морковка с этим, с перчиком, с болгарским. Маленький который. И будет у нас вкусненько. Так, а сейчас у меня уже скоро дети. Вот сейчас совсем забыла, сейчас пока еще до детей есть буквально немножко времени, сделаю набор заготовки. Они у меня лежат в холодильнике, не в заморозке, просто в холодильнике. Сейчас сделаю две заготовочки на два борща, то есть раз, два и ребрышки вот так тоже, раз, два. То есть вот так и вот так, то есть два борща, две заготовочки, чтобы в морозилку сразу положить и потом было готово. Ну, я не просто вот так вот их разложу по пакетам, я вот это вот буду еще помельче нарезать, вот эти вот кусочки помельче чуть-чуть сделаю. Вот видите, они такие довольно крупные, а я делаю вот такие вот небольшие. Ой, у меня тут ясли, ой, ясли, ой, стонут, ой, ой, партия следующая ждет. Сейчас их подложу мамке, порядок там наведу. 108 раз за эти сутки. Папа у нас, конечно, вообще молодчик, супер-хиро, просто вторую ночь тут с ними ночует. Ой, друзья, пока нарезала это мясо, у меня тут следующая партия подоспела, а эту партию сейчас буду перекладывать обратно. Вот так и проходит моя жизнь. Сейчас помою руки, пойду дальше нарезать. А Маша у меня поехала Лёву забрать. И у меня там еще посылки пришли. Мне надо эти посылки разобрать. Ты возишь ты мой-то, ну. Ну ты возишь ты мой-то. Видите, они когда покушают, вот так вот возьми голодного, он просто вот как уши вьется. А вот так вот сытого возьми, он просто спит. На ладошке прям. Ой, это прелесть. Когда вот эти, это вообще вот так возьми, все, ты его не удержишь, уронишь. А с этими можно чего угодно делать. Стирать не успеваю, ребята, просто не успеваю. У меня стирка все время. А? Лялюсики. Лялюсики. Ой, лялюсики. Ой, щеки наели, пузи наели. А? Пузи наели, щеки наели. Лёва уже приехал. Сейчас я посылочки буду разбирать, друзья, покажу, что заказала. Мне еще не все, правда, пришло. Иди сюда. Ой, ты мой хороший. Еще, кстати, вот такие вот трусы Милки заказала. На будущее, ну, мой сладкий, такой сладкий, сладкий. Идите, иди сразу бамс и спать. Пришла? О, супер, отлично. Ой, вот это у нас самый большой. А, нет, Лев, не были. А, нет, не пойдем, тут самый большой. Самый большой, тяжелый. Самый большой барагос. Ну, я по очереди, видишь,
И ты наша девочка, доча наша. Ой, тихо, неудобно взяла, да, одна рука у мамы. Все, и всем спать. Так, ну и что вы думаете? Я буду делать борщ. Попозже, правда, сейчас пока поставлю мясо варить с вот этими двумя ребрышками. Вот такой вот у меня будет борщ. И вот эта вот часть у меня идет в морозилку на следующий борщ. И сейчас с вами распакуем посылочки. Мася мой. Ой. Так, Мася, к мясу пришел. Так, вот так. Ну что, варить я это дело буду долго, поэтому ставлю на огонь, потом убавляю на медленный огонь и уже занимаюсь домашними делами и к вечеру, наверное, доварю. Ой, господи, когда я выучу уже? Итак, друзья, что я заказала? Я уже просто все распаковала, коробки уже убрала, что я заказала. Вот, собственно, все, что я заказала. Но это еще не все, еще придет сегодня, что-то у меня еще придет, еще завтра что-то придет. Я заказала вот такую вот смесь. Это заменитель молока для папиков, для щенков. Вот такое вот на козье молоко. Заменитель – это смесь, ее нужно разводить. Следующее после материнского молока, то есть материнское молоко, конечно же, оно на первом месте. И вот так вот они вот о себе написали. Вот такая вот смесь, хорошие отзывы для новорожденных, от новорожденного возраста до 6 недель. В общем, вот такой, нужно уже скоро докармливать. Взяла вот такие вот две бутылочки. Сейчас мне такие вот две бутылочки, тоже для маленьких. Здесь разные соски, от котят до, и даже прокалыватель, дырочку делать и мыть. Это в одной упаковке было две штуки, две бутылочки. Вот такие вот ошейнички, скоро уже будем одевать. Я взяла размер эмочку, была эсочка размер, но, видимо, с эмочкой я погорячилась. Но в любом случае, они вот-вот уже будут, эмочки. Вот такие вот разные ошейнички. Очень удобненькие, такие вот мягкие. Очень они такие мягкие, тоже хорошие у них отзывы. И взяла первые игрушки. Друзья, первые игрушки. Вот такая вот коробочка. Это, видимо, название. Не знаю, я просто ввела, и их там миллион вообще. Именно наборами для щенков. То есть, допустим, много щенков, либо один щенок, вывалил все ему, и он играет. Здесь все подряд. И тянуть, и грызть. И это, в общем, я сейчас пока это уберу, им, конечно же, сейчас это еще не нужно. В общем, потом уже поподробнее покажу. Здесь силиконовые, веревочные такие, тоже отличные отзывы, стоят недорого. И так, знаете, ой, мамочки, ну там веселуха, короче, будет у щенков, потому что их надо будет, опс, чем-то развлекать. Бази, что это такое, это соска, вот это да, это соска. Огонь просто. Вот, их довольно большое количество на Амазоне. Да, весело будет. Мало же нам звуков щенячьих. Ну, в общем, и много всяких веревочек. То, что они... Вот это прикольно. То, что они тянут друг с другом, играют. В общем, это все нужно. Сейчас, милаша, сейчас я тебя выпущу. Сейчас. Еще заказала, как я сказала, трусы Милки. Тоже их там миллион. Заказала черные. Но придут они у меня. Я не помню, когда они придут. Вот, пока, в общем, вот это вот то, что пришло. Что еще придет, покажу. Очередная поевшая партия. Наблюдатели. Порошка. Партия ест. И вот начинаю складывать. Одного уже положила. Сейчас остальных сложу. На Порошке так любопытно. Что ж, не хочется складывать, он лежит, смотрит, наблюдает за ними. Порошка. Да это я, Порошечка. Скажи, кто такие вообще? Разговаривают, гавкают. Он заходит сюда, на самом деле, ему нормально. Он заходит, нюхает, ходит вокруг. Сейчас просто закрыто. Порошка. Так аккуратненько. Тебя принесли, ты был еще меньше. Ну, Порося. Батончики эти. Порошка. Поиграть.
Ай, не пролезть, ай, не пролезть. Все, глаза вообще я не могу. Так, ладно, все, по местам, народ. Домой, домой. Пузи наели себе. Ох, и пузи наели. Пузи. Пузи наели. Все, спать. Достала я эти ошейники новые. Они отлично укорачиваются. Можно хоть сейчас прям одевать на них. Они, единственное, они пошире. Сами ошейнички пошире. Эти узенькие такие вообще не ощущаются. Они тряпочные. Те тоже тряпочные, но они чуть-чуть пошире и с пластмассовыми такими вставочками. Поэтому, в принципе, по размеру отлично. Можно хоть сейчас одевать. Но, не знаю, пусть еще, наверное, несколько дней, может, походят. Ну, может, оденем, не знаю. А так отличные ошейнички. А у нас уже вечер. Скоро приедет Вова, пожарим мясо. Дети уже давно дома. Катя уже лопает конфеты, уже вся высохла. Лаврик, коти мои, Лаврик у Лёвы тусит. Тусят они там, я не знаю, что он там делает, просто он рядом сидит. Лёва что-то делает, а Лаврик рядом сидит. Прошка. Так, сейчас эту партию отсажу обратно. Милу выпущу. Эти пусть все спят. Милу погулять. Маша сейчас приедет. Да, Милаша? Да, я схожу пока в душ. И там уже папа приедет. В принципе, день такой, ничего особенного. У меня в основном монтаж. И готов у меня борщ уже. Горячий, правда, но я уже выключила его. Горячая еще плита пока. И все, в принципе, посуда у меня уже. Сейчас еще кастрюлю от борща туда впихну. Потому что эту кастрюлю я не ставлю в холодильник. Она ужасно тяжелая. И вообще это нереально. Я боюсь ее просто ставить. Она ужасно тяжелая. А с борщом так вообще нереально просто. Вот видите, я достала вот такой вот ошейничек. Видите, я его сократила. И получается отлично на любой размерчик. Вот это вот наш размерчик. То есть его можно больше, можно меньше. Вот наш размерчик сейчас. Можно и сейчас, конечно, им поменять. Но мне кажется, вот эти вот вставочки, они все-таки немножечко будут мешать. Сейчас мне надо свет еще включить. Я сейчас монтировала, мне было не нужно. Пальчиком пропускай место между словами. Да, но не нужно, чтобы петь. Угу. Только же это, которую я тут, это. А, эту я уже показывала. Вот такую вот. Да, я говорю, Лаша, можно показать твою? Эту я уже показывала. А это вот ему дали вот на днях буквально. Это потому что я взял мою часть коллекции. Что ты сделал? Это потому что я Sunderland Girl, и потом я get 100%. Он получил 100% за spelling тест. В общем, в принципе, то, что он делает сейчас, но это нужно будет писать по... Ну, под диктовку. То есть, она говорит слово. Не, подожди, не выдирай пока, пиши. Пиши, потом вырвешь. Подожди. О, господи, боже мой. Вот и выйди. Окей, ладно, давай, пиши так. Там-то удобнее писать было. В общем, вот так вот тоже дали. Несколько дней назад вот он принес. Можно коллекционировать эти бумажки. И сейчас у него слова на следующий spelling тест. Вот такие. Я ему пишу, а он уже повторяет. Пишет. Ну, она на почту все это присылает. Поэтому я ему пишу. И потом он уже их пишет. И в пятницу, как обычно, диктант по этим словам. Ну, если опять напишет на 100%, опять получит эту грамоту. Чего, Мелания? Покормила? Свободно? Маша еще нету, лежать будет с нами тут. Маша в зал пошла. Тренируется, сейчас придет. Пока сделаем уроки. Так, и вот такая вот у нас математика. Это тоже до пятницы нужно сделать. Сегодня у нас какой день недели? Господи, вторник. Какой сегодня день недели? Вторник, да? Вторник. Вот такая вот у нас математика.
Ну, не знаю, математику, может быть, мы сегодня начнем. Давай начнем. Давай начнем. Если хочешь, давай начнем. Лаврика, давай. Уговаривать на уроки вообще никогда не надо. Это Катю надо уговаривать. Ларик, все, идем делать уроки? Идем, все. Будем делать? Будем. Может, не будем? Нет, будем. Может, завтра? Нет, сегодня. Это вот с Лавриком вот так. С Катей все завтра. Все потом, все завтра, а лучше послезавтра, а лучше вообще никогда. И вот такое чтение. Прочитать и задание сделать. Ну, Лаврик любитель все сделать в один день. Так, ребятки, только закончила кормление. Папа тут занимается мясом, оно у него маринуется в этом соусе. Вот такие вот кусочки, вот такие вот тоненькие, уже заранее нарезанные. Их тут много. Сейчас приготовим. У меня опять посудомойка, у меня ничего не меняется. Так, здесь у нас уже кормление частично завершено. Частично продолжается. А здесь все заменено, все чисто, все стерильно. И, в общем, скоро ночь. У нас уже время уже, капец, сколько. Ну, так получилось, что поздно. Постирала я косметики. Сейчас они расправятся, будут ровненькие. Самое главное, чистенькие. Все в Кока-Коле было, я же говорила, да? Блин, только включила камеру, не успела заснять. Как они тут мяукают, как они кричат, как они рычат. Вон там, видите, борьба. Вон в том углу ринга борьба небольшая. Слышите? Пирамидку строят из собачек. Мы тут решили их назвать всех супер-хироус. Но 10 супер-хироус есть вообще? Да, их больше есть. 10, да. Кстати, человек-муравей. Кто там? Женщина-кошка, кто-то там мяукал. Халк. Да, Халк, мы знаем, кто вон он, видите, самый большой Халк, лезет. Хомячок, да. Я его хомячок ему называю. Ему надо, зеленый будет ошейник сделать. Да, а прям... папа говорит, это Халк, а не хомячок. А он прям хома, знаете, у него это самые большие щеки, самая толстая шея, самые толстые бока. Надо вообще наших зрителей познакомить с каждым отдельно. Давайте да, сейчас имена ролик. Придумаем, да, потом познакомим. Они уже более или менее, потому что все глазки они открыли, чтобы хоть посмотреть в их глаза. Да, да. Но это реально, это прям Халк. Он просто капец вообще. Да, и в общем, как-нибудь их назовем. Ну, я вообще противник была как-то их называть, но так, для себя, так просто чисто. Их, естественно, их как-то... А хотя, что, братья, их же все равно надо называть для документов-то. Наше имя должно быть в любом случае. А потом уже хозяева как хотят, так и называют. То есть мы когда покупаем собаку, у собаки в документах уже стоит какое-то имя. Оно может быть совершенно разным. Вот Мейсон у нас, например, Рубикон, по-моему. Или это Жорик, кстати, Рубикон. Имя Рубикон, иначе не а кто из них был Рубикон? Жорик, а? Или Мейсон? Жорик, по-моему, да. Мейсон. Мила! Мила! Что ж ты за мать-то такая, а? Ну. Так. Шикарно выглядит. Обалденно. Нарежь его, прям сразу режь. Сейчас дети придут, поедят. В общем, еле-еле докормили. Положили обратно. Все, всем спать. Еле-еле, в общем, удержала. Это на мясо реагирует и все, забывает обо всем. Забыла, что у нее есть дети. Побежала на запах мяса, а ей нельзя. Тут соевый соус, и вообще ей это все не надо. Нарежь, дети, нарежь. Сегодня мое дежурство.